Кухня ЖКХ. Сегодня экспертом проекта «Кухня ЖКХ» выступает Маньков Максим Павлович, исполнительный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Добрый день. Многие собственники проводят незаконные перепланировки квартир без соответствующей разрешительной документации. Расскажите, пожалуйста, чем это опасно? Во-первых, перепланировка, переустройство, оно регулируется статьей Жилищного кодекса, да, там все подробно расписано, и куда обращаться, и как узаканивать перепланировку, которая уже произведена в том числе. Стоит обратить внимание всех жителей на то, что не допускается перепланировка внутридомовых инженерных коммуникаций и переоборудования. Это может разбалансировать систему отопления, когда мы переставляем приборы отопления, радиаторы отопления. Может быть проблемы с системой вентиляции, когда мы вентиляционные каналы что-то там вбиваем, какие-то гвозди, да, там в сами стояки, либо заслоняем вентиляционные каналы. Может быть проблемы и в самой этой квартире, да, и в ниже расположенных. Также стоит обратить внимание на переоборудование, перепланировку балконов и лоджий. Все перепланировки, да, и переоборудования должны быть выполнены в соответствии с проектом, который составляет специализированная организация, имеющая на это разрешение, да, и органы местного самоуправления, в данном случае администрация города, выдает разрешение на перепланировку или переоборудование. Также, если по пунктам разобрать, в принципе, перепланировка не допускается в целом при устройстве полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения, при ликвидации и уменьшении сечения каналов естественной вентиляции и демонтаже вентиляционных каналов, ухудшении условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан, и вообще любые перепланировки, нарушающие строительные нормы и правила, установленные законом. Штрафы за незаконную перепланировку составляют там от 2000 до 2500 рублей для физических лиц. Однако не стоит забывать, что помимо того, что незаконная перепланировка была произведена, орган местного управления может обязать в судебном порядке привести состояние в жилое помещение до проведения перепланировки. Это увеличит материальные затраты граждан. А как выявляется незаконная перепланировка и куда жаловаться в таком случае? Как правило, незаконная перепланировка выявляется при обследовании жилых помещений управляющей компании, когда обследуется общее имущество. Это происходит в том числе по жалобам жителей, которые получают дискомфорт в проживании, да, и при обследовании дополнительно устанавливается также незаконная перепланировка. Если установлена такая ситуация, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию, желательно, чтобы она была в курсе, да, всех этих моментов, также в Государственную жилищную инспекцию Кировской области. Максим Павлович, в связи с такой проблемой дайте совет людям, которые собираются купить недвижимость. Но при покупке квартиры следует сравнивать реальную конфигурацию в жилом помещении, да, перегородок и оборудования с техническим паспортом на жилое помещение, полученным из бюро технической инвентаризации. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.